как врач, я могу сказать о том, что терапевтическое значение программы для лечения зависимости трудно переоценить. Правда, трудно, потому что в самой программе, как профессионал, я вижу, есть все 5 видов основные психотерапии. Без людей, которые потеряли все, я готов подписаться под каждым словом в книге «Анонимные алкоголики», потому что за 27 лет работы я увидел, что то, что написано в книге «Анонимные алкоголики», вот каждое слово, оно написано честно и правдиво. И, очевидно, это самый важный момент, который играет в выздоровлении при зависимости. «Анонимные алкоголики», программа анонимных алкоголиков послужила толчком к созданию очень многих сообществ. Поэтому вот у меня здесь лежит такая вот методичка, которую я привез из Запорожья. И здесь уже группы анонимных переселенцев. То есть, пережив Вторую мировую войну, когда не знали, как будет судьба, как сложится судьба анонимных алкоголиков с 40-го года до 50-го, это были трудные, но активные годы. И также вот и сейчас, в трудное время, и программа приходит на помощь. И людям, попавших в трудные жизненные ситуации. Вот такова история. Такова история, когда люди пережили трудные времена в своей жизни, связанные с зависимостью, но они через какое-то время они получают такой импульс, который они могут помогать другим.